Хотел бы поговорить по поводу костных материалов. На данном этапе можно разделить две группы. Это искусственные костные материалы, синтезированные, и из переработки крупнорогатых скотов. Конкретно мы используем аутокость, это кость из переработки крупнорогатого скота. Она прекрасно приживляется в области проведения костной пластики, дает хорошую костную регенерацию, активируя нашу костную ткань. Мы работаем только с материалами натурального происхождения, это бычья кость.